1000 выборных бюллетеней не досчитались за Свияжской избирательной комиссии номер 2. Это ровно одна пачка. Основная версия – потеря при транспортировке. Из типографии выборные листки везли на бортовом УАЗике. На ухабе автомобиль подпрыгнул, и сверток вылетел. Сопровождающие потерю не заметили. При принятии бюллетеней в избирательной комиссии пачки уже не было. Осмотр пути результатов так и не дал. Как ликвидировать казус, обсуждали сегодня в областном избиркоме. Мы сегодня приняли решение, чтобы уничтожить тот неполный теперь уже получается тираж бюллетеней, который был изготовлен, изготовить новый тираж, защитить его совершенно по-другому, бюллетень защитить, чем было в первый раз, для того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не воспользовался, скажем, бюллетенем для того, чтобы проголосовать 9 сентября. Несколько бюллетеней все-таки нашли. Жительница Засвияжья увидела выборные листы недалеко от своего дома, как раз на пути, по которому проезжала транспортировочная машина. Уже в непригодном виде их вернули в областную избирательную комиссию. О судьбе остальных по сей час ничего не известно.